Благодаря вашему участию в проекте «Городская среда» в 2017 году в Ставропольском крае удалось преобразить 202 дворовые территории. Баскетбольная площадка. Сквер для прогулок с коляской. Баскетбольная площадка же нужнее. В 2018 году именно вы решаете, что нужно благоустроить в вашем населенном пункте. Решите, какая общественная территория, сквер, парк или площадка должны быть отремонтированы в 2018 году. Просто придите в любую точку сбора предложений в вашем городе и выскажите свое мнение. После 10 февраля на сайте администрации своего города можно убедиться, что ваше предложение было услышано, а также ознакомиться с предложениями ваших земляков. О, а ты что здесь делаешь? Ничего, просто прогуливаюсь. А ты? Подарок тебе ищу. Пойдем? Да. Общественные территории, вошедшие в перечень, примут участие в окончательном рейтинговом голосовании в марте 2018 года. Проект «Городская среда». Твой город, твое решение, твой выбор. Подробности на сайте www.городсреда.ру.